Волнуешься? Ага. Может, пришли результаты Олимпиады? Не знаю. Думаешь, проиграла? Или из-за вчерашнего случая. Ладно, давай ты следующая. Ага, пойду. Удачи. А, Алиса, ты уже пришла? Но я ждал тебя в 16:40. Возможно, я просто ошибся. Тебя ждут. Здравствуй, Алиса. Спасибо, что пришла. Я заметил, что тебе стало неинтересно на уроках. Ты рассеяна и невнимательна. Давай обсудим некоторые проекты. Проект «Адаптация классических произведений в виртуальном пространстве». Алиса, судя по всему, ты хорошо знакома с произведением Евгения Онегина Пушкина. Но я не видел, чтобы ты читала его вместе с другими учениками. Да, я уже читала его. Ты получила высокий результат при тестировании. Молодец. Тогда, я думаю, мы можем смело заменить следующие 3 занятия по литературе на что-то новое. Да, это было бы здорово. Смотри, что я тебе предложил. Хороший выбор, Алиса. Достаточно сложная, но очень интересная тема. Я знаю, что тебе не дается разработка космических лагерей колонизации первого уровня. Попробуй пройти курс повторно. Ты ведь понимаешь, что, списав контрольную, ты эту проблему не решишь. Но я... Контрольные пишутся не для оценок, а для проверки знаний. Если ты будешь выдавать чужие результаты за свои, ничем хорошим это не закончится. Ведь тогда я не смогу тебе помочь. Ты понимаешь это? Постараюсь исправиться. Договорились, Алиса. Я был рад повидаться с тобой. До свидания. Алиса? Да. После теста ты сможешь увеличить свой рейтинг потенциальной профессии архитектора виртуальности, которую ты выбрала. Спасибо. То, что на первый взгляд кажется фантастическим, на самом деле может не являться таковым. Время, когда в сферу образования приходят новые технологии, уже наступило. Готовы ли мы к школам, которые подстраиваются под каждого ученика? Не пугают ли нас такие перспективы? Существует ли риск и какие открываются возможности?